Здравствуйте, друзья! Меня зовут Антон, и я рад приветствовать вас на нашем канале Men's Consulting Center. Это название было придумано год назад, как некий канал, на котором я собирался оставлять видео, помогающие молодым людям, парням разбираться в отношениях, повышающих информативность в этой области. Но постепенно канал разрос, и появилось много видео на разные сопутствующие темы. И сейчас, несмотря на то, что основная тема является тема отношений, тема саморазвития мужчины, его путь, мы касаемся других тем, связанных так или иначе с жизненными вопросами. Так как одним из моих кредо является фотография, то в том числе мы касаемся вопросов фотографии, искусства, видео, бизнеса, ну и рассматриваем какие-то дополнительные вопросы касательно жизни, ну, в основном, конечно, мужчин. Каждый день на канал подписываются какие-то новые люди. Я, разумеется, рад вас всех приветствовать, рад как позитивной критике, так и отрицательной. Главное, чтобы она была конструктивной, я рад вашим письмам. И, как обычно, на каждом видео мы повторяем из года в год три вещи. Первое – это то, что у нас есть почта, на которую вы можете отправлять свои вопросы. Задавайте, пожалуйста, наш канал строится по интерактивному признаку. Мы всегда рады общению и в основном строим последний год структуру нашего канала как по принципу вопрос-ответ на письма наших читателей. Момент второй связан с тем, что у меня есть книга, которая называется «Ретроспектива ошибок». Она посвящена моему нелегкому пути в отношениях, становлении как мужчина, где я подробно описываю наиболее распространенные ошибки мужчин, ну, в основном в области женщин, в области отношений, с которыми столкнулся я и с которыми так или иначе сталкивается каждый молодой человек в нашей стране. Скачать его можете вот по этому адресу, либо написав мне на почту, и я вышлю вам ее исходник. Также сейчас пишется вторая книга, которая будет посвящена также отношениям, но она, к сожалению, будет платная. В каждом своем косте я информирую вас о том, на какой стадии находится книга. И третий момент. Наш канал требует вашего участия. Все полученные средства мы направляем на развитие канала, поэтому у нас есть платежные реквизиты. Пожалуйста, участвуйте в судьбе канала, помогайте ему. Как морально, так и, разумеется, материально мы будем его развивать дальше для вас, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами.